Йога — это намного больше, чем просто асана. В повседневной жизни мы часто испытываем стресс и можем сильно уставать. И в таком состоянии наш ум одолевают сомнения, а эмоции пребывают в полном беспорядке. Когда мы повышаем уровень энергии и энтузиазма, мы можем справиться с любыми сложностями. Это является одной из целей йоги, потому что йога — это умение в действии. Термин «йога» означает «единство», единство нашего тела и разных аспектов жизни с гармонией в уме и более сильной связью с нашим высшим «я». Путь от индивидуального к универсальному, привнося гармонию в наши мысли, наши слова и наши поступки. Йога — это все то, что возвращает нас к нашей природе. Йога — это не просто зарядка и асаны. Это особый навык взаимодействия с людьми в любой ситуации в нашей жизни. Существует несколько путей внутри этого знания. Первый — это бхакти-йога, путь любви и преданности. Гьяна-йога — путь интеллекта. Карма-йога — йога действия и служения. Раджа-йога — учение о механизмах жизни. И хатха-йога — самый распространенный вид йоги на Западе, который включает асаны, дыхательные практики и медитацию. Йога — это философия жизни, которая помогает жить в гармонии посредством привнесения дисциплины и принципов ненасилия и уважения. Во всем мире йога стала синонимом счастья. С ее помощью люди избавляются от тревожности, стресса, различных зависимостей и бессонницы. Йога может давать так много энергии для работы, а также расслабление для хорошего отдыха. Организация Объединенных Наций объявила 21 июня Международным днем йоги. В этот день учителя йоги, организации искусства жизни и партнеры делятся знаниями йоги. Для того, чтобы найти информацию о курсах искусства жизни в вашем городе, посетите сайт artofliving.ru.